Что такое умная селфи-студия? Это студия профессиональная, но без фотографа. Ты приходишь в профессиональную студию, в которой есть большое зеркало, за которым встроен фотоаппарат. В селфи-студии нет фотографа, нет посторонних, только ты, зеркало и маленький пульт управления фотоаппаратом. Ты видишь свое отражение в зеркале и в нужный момент нажимаешь на кнопку. Вот так. Получившееся фото сразу появляется на мониторе рядом с зеркалом. Вы можете сделать неограниченное количество фотографий, но есть некоторые нюансы. Очень быстро нажимать на кнопку пульта не стоит, потому что не успеет сработать вспышка. Просто смотрите в зеркало, понравился момент, нажали на кнопку, все сработало, и у вас появилась фотография. Раз. Два. Три. Для того, чтобы получалось так, что вы смотрите в камеру, смотрите на зрителя, на зеркале есть наклейка, на нее стоит ориентироваться глазами. Не уходите слишком далеко от центра фона, либо слишком близко. Центр фона – это то место, где вы в фокусе. Вы можете уйти правее и смотреть глазами при этом на наклейку на зеркале. Можете уйти левее, можете присесть. Но вот в этом диапазоне будут получаться отличные снимки, которые в результате можно будет либо приблизить, либо отдалить с помощью редакторов на телефоне, либо на компьютере. Дверь закрывается на замок, так что вы остаетесь в комнате абсолютно наедине с собой. Вы можете не бояться, что кто-то зайдет. Вы можете быть полностью собой, решиться на любую съемку. Для того, чтобы расслабиться и словить волну, вы можете включить свой любимый плейлист через нашу классную акустическую систему. Подключаемся под Bluetooth и включаем! Также в студии есть вентилятор. Посмотрим, что получится, если его включить. Включаем вентилятор. Также вы можете сфотографироваться, используя стул, который находится в нашей студии. Только аккуратно его переставляйте по фону. Поставили с точки на точку, аккуратно и не возите его по полу, для того, чтобы не оставалось следов на фоне. Можно фотографироваться босиком, либо в сменной чистой обуви. У нас есть отдельная гримерка. Если потребуется сделать макияж либо укладку, вы можете сделать это здесь. В гримерке есть лак для волос, сухой шампунь, мицеллярная вода, расчески, корректор для кожи, ватные диски, ватные палочки, салфетки, выпрямитель для волос, отпариватель для одежды и антистатик. Конечно, лучше приезжать на съемку в полной готовности. Однако здесь вы можете поправить, если нужно что-то поправить, либо подкраситься. В умной селфи-студии MyPeak вы можете решиться на любые свои фотофантазии, сделать то, о чем вы давно мечтали. Вы будете абсолютно одни. Здесь нет фотографа, здесь нет посторонних. Просто будьте собой, улыбайтесь себе. И пусть каждая минута, проведенная в нашей фотостудии, будет для вас особенным типом удовольствия. Все ваши фотографии придут вам ссылкой в течение 24 часов. Будьте уверены, их никто не увидит, в том числе и мы. Они обрабатываются автоматически компьютером. Полная приватность обеспечена.